Кулеметник Ібіца розповідає, спочатку воював у зоні проведення антитерористичної операції, як зв'язківець, навчався у Полтаві, але ця спеціальність йому не сподобалась. На зв'язі, чесно говоря, бойов не встретиш, точніше встретиш, але немножко з другим оборудованням в руках, понимаете? То есть, ну і так получилось, у мене немножечко ще такий характер, я от не завжди лажу з руководством, коли воно как бы делает голову, так мягко скажу. Вот, и так я со связи ушел в Добробат, ну, добровольческий батальон, вот, не буду называть конкретику, не буду говорить, к какой бригаде он относился. И вот в этом Добробате я стал пулеметчиком, у меня был наставник, который, для которого Украина это был уже четвертый военный конфликт в его практике, да. Вот, и он меня вот чему-то он научил, ну, чему-то бои научили. Зараз чоловік воює у складі Запорізької територіальної оборони. Это была просьба моего близкого человека, который остался в моем родном городе Запорожье. Вот, кроме меня у этого человека в стране никого нет. И я хотел ехать в Мариуполь, у меня там друзья. А этот близкий человек, тоже не буду уточняться, попросил остаться поближе к нему. Потому что, ну, человек знает, что я смогу защитить. Поэтому я вот сказал, что, ну, я останусь, ну, тогда в ТРО. Потому что, ну, чтобы быть как можно ближе к родному городу. Потому что все-таки ТРО относится к региону. А так бы в ЗСУ, естественно. Ну, как бы я, если бы я пошел в ЗСУ, я пошел бы конкретно, сейчас бы находился в Мариуполе. На скількох завданнях був, Ібіца каже, не рахував. Я не вижу в этом никакого смысла. Если, ну, я просто вот делаю свое дело. Мне ставят задачу, я ее выполняю. Достаточно было, чтобы обрести опыт, которым я могу делиться с людьми, которые вот сейчас пришли и вообще никак не связаны с военной тематикой в своей жизни. То есть, в принципе, у них есть мотивация, это главное, есть желание. Всему остальному они уже, ну, буквально за короткий курс я многих обучил со своего взвода, с соседних взводов. Ну, опять же, не я единственный опытный. Команду, у якій зараз знаходиться, Ібіца називає бойовою родиною. То есть, то, с чем я столкнулся в Збройних силах. То же самое, вот что, вот почему подкупило меня это все, потому что ты попадаешь не в подразделение, ты попадаешь в реальную семью, в которой ты вот так вот просто что угодно ложишь, идешь и не думаешь о том, что оно там, ты вернешься и не будет. Как-то один другой пулеметчик, уходя на улицу, попросил присмотреть за его пулеметом. Мы его наругали за то, что он вообще, ну, подумал, что кто-то может тронуть его пулемет. Новини на Суспільному, Запоріжжя.